Гордость Кавказа. Первый в Дагестане спортивный фестиваль по чир-спорту прошел в Махачкале. Соревнования проходило в дисциплинах чир-фристайл, чир-джаз, хип-хоп, хай-кик и чирлидинг. Это молодой для Дагестана, но олимпийский вид спорта. На соревнования собрались юные спортсмены из разных регионов России, и дагестанские спортсмены им не уступают в мастерстве. За столь короткое время мы уже вышли на один уровень с другими городами и регионами в том числе. То есть за там буквально год нашей работы над всей федерацией, над соревнованиями и так далее, мы уже выросли, наши там двойки, группы, команды показывают результаты в виде первых призовых мест, привозят их в республику, и этим нельзя не гордиться, я считаю. Чир-спорт включает в себя самые разнообразные элементы из художественной и спортивной гимнастики, аэробики, хореографии. Организатор фестиваля Мария Митрофанова убеждена, он придется по душе дагестанским девочкам и мальчикам, и у наших детей большое будущее в этом виде спорта. Данный вид спорта является олимпийским видом спорта. В Республике Дагестан это первые соревнования по чир-спорту. Мы планируем развивать этот спорт, масштабировать его максимально. То есть это очень интересный вид спорта, у нас нет ограничений.